Ребят, на сайте Clash King можно приобрести много разных интересных товаров. К примеру, уже продаются аккаунты Brawl Stars. Пока еще неизвестно, когда будет релиз, но есть предположение, что скоро эта игра выйдет на Android. Поэтому продаются уже аккаунты с легендарками. Также продаются гемы в разном количестве по очень доступным ценам. Есть раздел с сундуками на разный вкус и цвет по разным ценам. Можете открывать. У каждого сундука свое преимущество и процент выигрыша. И есть мини-игры, где вы играете с друг другом, ставите ставку, такой же игрок, как и вы, к вам подключается, и кто-то из вас побеждает и забирает весь приз. В общем, сайт очень интересный, то, что товары выдаются 100%, я вам гарантирую, лично пользуюсь этим сервисом. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Всем привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale, и я продолжаю свою рубрику «Путь в чемпион». Я уже приблизился к новой лиге, сегодня на видео надеюсь, что дойду в Мастер 2, то есть 5200. До конца сезона попытаюсь сделать 5500, и надеюсь, что когда-нибудь я зайду в чемпион. Честно, эта рубрика мне очень тяжело дается, мне очень трудно записывать такие видео, потому что я записываю по несколько дублей, и данное видео я записываю уже не первый час, наверное, 2 часа пытаюсь записать последние 3 онлайн-атаки, оставалось 10 кубков, никак не получается зайти, но, ребят, меня только мотивируют ваши лайки, ваши просмотры, ваша поддержка, ставьте лукасы, ставьте... подписочку, оставляйте, точнее, подписочку на канале, если вам нравится данная рубрика. Я показываю много разных колод, разные онлайн-атаки, стараюсь записывать интересно, показываю достойные атаки, не зашкварных противников с элитками. Посмотрите, какие у них рекорды, 5800 кубков. Поэтому, пожалуйста, поддержите. Давайте наберем на этом ролике 5000 лайков, чтобы я все-таки смог в этом сезоне взять 5500. Ну и, собственно, колода, которая сегодня будет в выпуске, ребят. Колода «Три мушкетера», но нестандартная. «Три мушкетера» как бы и с големом, и с шахтером, то есть это смесь двух колод. Знаете, есть «Три мушкетера», «Шахтер», «Разный мусор», плюс «Сборщик», есть же также дека «Три мушкетера» плюс «Голем». Но это по большей части похоже на то, что взяли деку с тремя мушкетерами и шахтером и запихнули сюда голема. Опять же таки, эту деку составил не я, эту деку я взял у топ-игрока мира. Сейчас покажу в TV-рояле эту колоду, нашел, мне она понравилась. Вот эта колода. На данный момент, не знаю, когда вы смотрите это видео, но на данный момент еще этот повтор есть. Рекорд у парня 6500 кубков. То есть я взял у нее не зашкварный какой-то противник. Ой, не зашкварный игрок. Но не знаю. Колода мне нравится только тем, что реально подкупила, что здесь несколько комбинаций. И можно играть не только через голема. Если вот не получается, если вот тебя терроризирует быстрый цикл типа Хога, можно играть через рыцаря, через шахтера. То есть практически та же колода остается, что и с тремя мушкетерами и шахтером, только здесь добавили голема. В общем, трудно как-то прокомментировать ее. Погнали, покажу. Как на деле, 40 кубков не осталось. По идее, 2 поединка победных. Не знаю, как получится или нет. Я уже, наверное, 4-й или 5-й раз пытаюсь записать эти атаки. Поехали, ребят. Пожалуйста, опять же, прошу вашей поддержки. Подписка, лайк, я возьму обязательно новую лигу. Обязательно. Так, 13 уровень нам подбирается. Здесь уже, конечно, фул прокачка. Даже не буду на это обращать внимание. Так, принцесса с краю карты. Что же мне выбросить? Что же мне выбросить? Блин, ненавижу такой цикл, когда нечего выбросить. Давайте зап. Хорошо. Я понял. Это, походу, еще и мортира. Походу, еще и мортира. Так, давайте поставим сборщик. Поставим сборщик. А возможно, просто спеллбейт. Давайте шахтера закинем сюда. Здесь выбросим... Надеюсь, принцессу уничтожим. Да, уничтожаем принцессу. Так, вот эту херню надо дефать. Давайте мышами летучими. Блин, ну много на самом деле. 1500 урона где-то я пропустил. Ну, у меня уже есть второй сборщик. Это спеллбейт плюс хок. Так, давайте... рыцаря выбрасывать. Здесь используем зап. И сейчас поставим еще один сборщик эликсира. Так, хорошо. Блин, я вот не знаю, стоит ли ставить еще один сборщик, или лучше уже делать атаки. Мне кажется, что я слишком заморачиваюсь со сборщиками. Давайте закинем шахтера. Наверное, будет банда гоблинов. А нет, отлично, убиваем. Тут у нас словили шахтера. Все, вот сейчас хорошо. Вот сейчас самое главное не затупить. Я вроде бы все сделал отлично. И принцессу задефал, и шахтера словил. Да, я сейчас пропущу урон, но, блин, все равно сборщик задефает. А, ну смотрите, сборщик-то он задефал, но у меня уже еще один сборщик есть, и я его, естественно, поставлю сейчас. Ставим еще один сборщик. Блин, так когда же я уже уйду в плюс? У меня вообще эликсира не хватает, я все трачу под то, что поставлю сборщик. Реально, жертвую своими хитпоинтами, своим эликсиром, чтобы наставить как можно больше сборщиков, потому что эта колода работает только так.
Поехали. Голем. Так, принцесса справа, это понятно. Так, мне кажется, что и Хог будет справа. Так, давайте вот так сделаем. Тут у нас пойдет рыцарь. Тут у нас летучая мышь. И нам сейчас надо выбросить трех мушкетеров. Короче, вышку слева я теряю. Вышку слева я теряю. Давайте сделаем вот так. Хорошо. Что у него, ракета? Да, 100% ракета. Тут гадалки не ходи. Зап. Хотя, слушайте, у меня подкладывается подозрение, что у него нету фаербола, там, ракеты или что-то в этом роде. Поэтому мы вышку забираем. Но если бы я был уверен на 100%, я бы сейчас выиграл бы сразу же. Но я не уверен, поэтому пока рисковать не готов. Так, тут у нас зап. Тут у нас гоблины. Пожалуйста, нет, я не должен. А-а-а! Последняя тычка осталась от Хога. Давайте сделаем вот так. Хорошо. Так, сейчас поставить главное сборщики эликсира, чтобы Хога не пропустить. Так, хорошо, хорошо. Давай. Я должен выиграть. Я должен затащить. Давай. Блин, ребята, Лукасы ставьте. Фух, победа. Ох, как же было потно. И так каждый поединок. Я вам отвечаю, это каждый бой уже так. Осталось 9 кубков. В прошлый раз осталось 10. Вам не передать, ребята, как у меня бомбило. Вы не представляете, как я играл. Я, естественно, это не вставлю, потому что много нецензурной лексики, много неадекватной реакции на те или иные действия противника. А если кому-то интересно все, что там, да, как у меня бомбило, может быть, на стриме покажу эту запись. Так я все поединки ускорил. Ребят, убил на это около 4 часов, чтобы записать это видео. Конечно, хейтерки будут радоваться, прыгать на моем, как бы, моей неудаче и писать, типа, мол, научись играть, либо колода говно, либо я говно. Ну, в общем, начнут обсирать. Я все равно дойду до 5200. Оставалась, блин, одна игра, причем она оставалась несколько раз подряд. Сначала 10 кубков, потом 9 кубков, потом 7 кубков оставалось. Блин, одна игра, чё за западло? Потом, знаете, бывает такое, когда нервничаешь, просто одни поражения. Поражения, короче, на нервах слил все кубки. Вставлю вам самые, возможно, интересные атаки, каточки, чтобы выпуск просто так не пропадал. Ребят, не знаю, поддержите или нет, на этом я буду с вами прощаться. Просто досмотрите каточки, которые я вам показал. Ну и приятного просмотра, извините, что такой ролик необычный вышел, но у меня реально бомбануло, и я не знаю, я дойду, наверное, завтра до 5200, сегодня у меня нету сил, я еще хочу записать несколько роликов для вас, но у меня уже времени нету, полдня на это убил, блин, оцените, пожалуйста, мои старания, честно, я хоть и не дошел до 5200, но я старался, все равно я вам каточки сейчас вставлю сюда, и вы посмотрите онлайн-атаки мои. С этой колодой. Я постараюсь с этой же декой дойти до 5200, возможно, с какой-то другой. В общем, на этом буду завершать. Спасибо всем, приятного просмотра, досмотрите ролик до конца. Вот, я знаете, ребят, вот у меня такое чувство, я эту игру ненавижу. Меня просто реально всего изнутри распирает, у меня прям злость кипит, у меня пукан горит. Но я продолжаю в нее играть, я себя не понимаю, что я в нее продолжаю играть. Вот бомбит у меня эту игру, я ненавижу, честно. Но я все равно в нее играю. Я не знаю, как Supercell умудряется сделать такие игры. Фух, я не могу ее... Я не могу в нее не играть. Блин. Это ж надо просто мини-пекой. Он добрался к вышке. Он меня вообще за идиота держит. Да, он думает, что тут просто можно выбросить мини-пеку и нанести урон по вышке. Я в шоке. Мне просто не было подходящих карт. Не было гоблинов. И у него это сработало. У него сработало то, что он выбросил мини-пеку.
И он добрался к вышке. Охрененно. Спасибо, Циклкарт, я тебя обожаю. Ладно, все, заткнись, не ной. Я сам себя... Вот мне тоже, я когда пересматриваю видео, меня бомбит от самого себя, честно. Я вот смотрю, блин, заткнись, не ной, играй. Че ты ноешь? Зап! Ну, конечно, все равно Спарки выстрелит. Но, мы забрали вышку справа. Ура! Ура! Я потушил свой пукан и вроде бы компенсировал... компенсировал затраты. Утраты, точнее, свои. Потери хитпоинтов на моей вышке. Так, ладно. Честно, меня аж... Вы не представляете, как у меня все... У меня аж левый глаз дергается, реально. У меня нервный тик уже скоро будет от этой игры. Ладно, все, поехали. Я затащу, я смогу, я верю, я должен. Блин, такое ощущение, что я реально сейчас какую-то новую лигу апаю. Ну, как будто я в этой лиге еще не был. Я был у нее неоднократно в этой лиге. Так, давайте здесь этих гоблинов. Так, слушайте, у него, по идее, нету фаера, мне так кажется. Давайте трех мушкетеров вот так вот выбрасываем и просто, может, заберем вышку сразу же. Надеюсь. Нет, не забираем вышку мы сразу же. Ну, хотя бы спарки бы забрать. Не, ни хрена, спарки мы не забираем. Давайте ставить сборщик. Будет гигант, конечно же. Конечно же. Но я поставлю голема. Гиганта задефаю. Надеюсь, гиганта задефаю. Давайте вот здесь рыцарь. Гоблины. Сейчас надо выбросить трех мушкетеров. Как-то правильно так хитро, чтобы... спарки сразу их не уничтожили. Так, хорошо. Ой-ой-ой, там уже две спарки, я просто в шоке. Откуда у тебя еще рейдж? Господи, нет, задефайте спарки. Кто-нибудь, задефайте спарки, это очень страшно. Спарки это страшно. Охренеть. Ох, да не горит у меня, все нормально, все горит. Нет, спарки, нет. Не, все нормально, у меня не горит. Ух, у меня не горит, я заберу вышку. Да, я забрал, господи. Не, у меня горит, ребят, у меня горит. И я просто поражаюсь. Я надеюсь, сейчас он не словит шахтера, ему не повезет. Он не угадает с высадкой. Он угадал с высадкой, господи. Еще планшет садится. Да нет. 13 хитпоинтов осталось. Один зап, я успею. Все, наконец-то, победа, господи.